стали объявлять авторам. Нам же не платить авторские, какая разница? Именно. Пусть думают, что это мы придумали. Вот теперь платить. Вот теперь платить, Василий. А он еврей. Это из цикла «Знаки зодиака». Песенка, которую придумал киевлянин Владимир Каденко. В этой песне есть две тонкости. Первое, он использовал здесь мелодию замечательного фокстрота композитора Полонского «Цветущий май». Ну так, просто, ну, чтобы совместить. А во-вторых, это только у нас с вами, дорогие друзья. Сначала Новый год, а потом Рождество. У всех нормальных людей вообще-то ровно наоборот. Но мы живем, как живем. Представьте себе такая, немножко труба такая играет. Туфельки и рябины расхлёстаны в кровь.
15 лет я смотрел, как по капельке день за днем замерзает любовь. 20 лет я смотрел, как по капельке день за днем замерзает любовь. Не пробьется ячменное зернышко и не скрипнет железная дверь, если ты не была моей Золушкой, не рассказывай сказок теперь. Если ты не была моей Золушкой, не рассказывай сказок теперь. Все еще придет, все переменится, но только не сегодня. Господи, вот.